Всем привет. Привет, привет. Идем из магазина. Вот у нас здесь магазинчик во дворе есть такой хороший. Говорит, давай я с тобой схожу в магазин. Сегодня впервые за все время. Я давно, говорит, там не была. Уже и продавцы. Давно. Поменялись продавцы. С лета или с, не знаю когда. Ну, не хожу, да и Саша мне все покупает. Купили, что мы там. Ну, что надо, продуктов, короче, купили. Хлеба, молочка, манки, потому что я пеку этот, как его... пеку творожную запеканку. И мне манка всегда нужна. Иногда кашки хочется такой манной. Хотя прочитали мы про мангу, что она вообще не полезная. Ну вот интересно, как раньше нас кормили этой манной кашей. Сейчас деток кормят манной кашей. Почему она не полезная? Саша как статью нашел про эти крупы, да? Про рис. Ой, да не загоняйся ты с этими. Про рис, про крупами, все, короче, там все у них, все плохое. Все не так, да и не едок. Все противопоказано. Если это все выполнять, то ну и не чё? Знаю, что надо есть тогда. Да, ничего не есть. Авокадо вот. Только нужно. Воздух свежим питаться. Идем и наблюдаем такую картину. Вынесли мусти грусти вот этой колбаски. Да? Она за нами побежала в магазин. Короче, пост оставила свой Муся. Она как хвостик бегает за Сашей, за мной. Муся пост, вон колбаса, видите, остатки. Идем, а Саша, знаете, Муся, это ворона колбасу ворует. А эта рохля не видит, что она ворует колбасу. И главное дело, выбрала два больших кусочка. Как она быстро клюет ее так четко, раз, раз, раз. Подлетела к луже, колбасу туда кинула, ест и запивает. Представляете, какие умные вороны? Ну да. А это... Мамзель смотрит, что у нее воруют из-под нос колбасу. Она просто добрая. Вышли на прогулку. На прогульку. Вышли на прогулку. Пойдем-ка я с тобой схожу в магазин. Ой, говорю сразу, никакой сыровяленой, никакой колбасы. А я все равно подошла к этому прилавку. Это я и говорю, никакой копченой колбасы. Никакой сыровяленой колбасы. У нас есть еще поесть холодец, там еще есть мяско, кусочек вкусного мяска, картофки. Я говорю, я должна посмотреть, какие цены. Говорю, я уже не ориентируюсь, говорю, как в другом мире живу. Но моя колбаса есть, два вида сыровяленые, и новые появились какие-то колбасы. Сегодня много этого мясного, обычно так маловато. Ну, мне кажется, Саша, это все уже подорожало. Эти колбасы все подорожали. Девчонок спрашивает, что у вас подорожало? Что дорожает? Она говорит, молоко подорожало. Вот я беру пакет молока, он стоил 1,70 рубля с чем-то. Сейчас уже 2 рубля, все. Ну, так, потихоньку, вроде незаметно. Я говорю, хлеб. Хлеб пока нет. Не 1,70 рубля с чем-то, а 1,86 рубля он стоил. Был. Да. А когда я еще ходила, он 1,76 рубля стоил. Ну да, когда я в школу ходила. Когда я в школу ходила. Вот сегодня смотрела блогера, живет семья в деревне, Татарстан. Вот пришла женщина из магазина, ну они куда-то там, видно, в райцентр, может, ездили. Говорит, ни фруктов никаких, ни яиц, говорит, ничего нет. Причина неизвестна. Но она молодец. Она сказала, говорит, наверное, заносы, дороги все, короче, снегом замело. Но, говорит, мы унывать не будем. Привезут. Сегодня нет, завтра будут. Вот молодцы женщины. У нас пока все есть. А фрукты есть у нас, Саш, какие? Все мандаринки есть. А, бананов не было. Привезут бананы. Может быть. Бананы давно не ели. 3 дня не ели бананы. Как одна блогерша говорит, бананы есть надо каждый день по одному банану. Вот так вот. Что еще говорят? Много чего говорят, а я все слушаю. Понятно. А Саша не любит, когда я кого-то слушаю. Ну так, мне интересно, как живут у других. Саня любит конкретно. Вот она услышала кого-то и сразу делает вывод. И говорит, так надо делать. А мне надо 100 человек послушать и сделать так, как Саша сам себе сказал. Сделаю по-другому. Ну что, у нас вон весна, тепло на улице. Сейчас уже, наверное, подснежники будут вылазить. Так? Да, да.
Все, больше у меня никаких новостей нет. Каждый день выходим гулять. Кто-то отбивнушки делает. Готовит отбивнушки, стучат там девчонки. Сейчас будут жарить, будет пахнуть вкусно, а мы жареное не едим. Все, Санек, отключайся, я все сказала. А я говорю, Муся, вот тебе еще колбаски, вот. Проворонила свою колбасу. И смеюсь, говорю, вот откуда выражение. Проворонила. То есть ворона стырила по-русски. Точно, вот смысл утянула. Слов. Слово смысл. Приходила, да? Тыря и унесла. Проворонила. Эх ты, говорит, ворона. Проворонила. Проворонила все. Ворон-то не воронят. Они воруют. Раз и... Раз и в карман и ушли. В кармашек. И все, и полетели. Вот еще одна подружка бежит. Сестричка этой Мусти. Где ты пропала? Давно мы тебя не видели. Скорее, скорее, скорее. Скорее, мой хороший. Сейчас тебе Саша колбаски даст. Две сестрички. Давай, иди, иди. Чего ты ругаешься? Ты что на нее ругаешься? Иди Муся? Сюда. Шунечка, иди. Они сюда. Мухтика увидели. Вот. А, он не тронет. Такой он мухтик. Старенький, видно. Он сам он всех даже боится. Обходит их, видишь. Иди сюда, Шунька. Кс-кс-кс-кс-кс. Каждый иди. Вечер гуляет этот мухтик. Иди, иди. Кс 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 кс. Не надо его тоже. О, ты не то, никуда. Иди. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди, вон Шуняйка. Колбаска. Кс-кс-кс-кс-кс. Плюшка ты. Иди. Да, иди, Кусик. Иди, 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 не бойся. Чего ты? Сейчас я ей кину. Подружки встретились, две сестрички. Ешьте.